Здесь, на севере Восточной Гуты, близ Дамаска, сирийская армия вела интенсивные бои. Чтобы преодолеть оборону террористических группировок, солдатам пришлось потрудиться. Эти укрепленные крепости боевики сооружали в течение длительного времени. Они задерживали армию и затрудняли освобождение территорий. В различных частях Северной Думы и по восточному направлению шоссе Дамаск-Хомс расположены здания, укрепленные боевиками. Теперь они рушатся под ударами элитных частей. Войска стремятся овладеть трассой и закрепиться на опорных пунктах, чтобы в дальнейшем контролировать подступы к этому району. Снайперы террористов по-прежнему ведут стрельбу. Минометные обстрелы затрудняют продвижение армии. Однако сирийские войска продолжают окружать и уничтожать укрепления террористов. Боевики так называемой армии ислама, Джейш аль-Ислам, и других группировок находятся всего в нескольких метрах от этого здания. С этого места трудно увидеть полную картину. Даже просто стоять здесь опасно, так как это боевая позиция, и снайперы с той стороны постоянно ведут огонь. Также его обстреливают и минометы. Военная операция в глубине Гуты в районе аэропорта Мардж ас-Султан напрямую связана с боевыми действиями, которые ведутся в районе Думы. Единый военный план предусматривает ликвидацию опорных пунктов террористов и освобождение путей, по которым осуществляется снабжение террористов и систем управления. От одной боевой точки к другой на территории сельской думы мы свободно вышли к ближайшему пригороду. Следовательно, армия уже вступила в город. Мы достигли самой ближайшей точки по направлению к городу Дума с севера. Впереди только террористы Джейш аль-Ислам. В ходе боя, длившегося несколько часов, сирийская армия овладела вот этим самым кварталом, где мы сейчас находимся. Не так давно из-за плохих погодных условий наступление сирийской армии приостановилось. Военные вели разведку, чтобы сократить потери. Но теперь с применением различных видов вооружений войска вновь успешно атакуют позиции противника. Абу-Талиб аль-Бухейя, РТ, район Северной Думы, Сирия.